переработки. Инфраструктура вся есть, я имею в виду площадку под размещение бурового завода, газовые сети, энергетика, вода, все в принципе рядом. У инвестора нет необходимости инфраструктуры этого развития. И я надеюсь, совместными усилиями, если весной, как они обещают, запустят эту линию, потому что осенью, наверное, жители Калмыкии уже будут иметь возможность на своих столах иметь продукцию. Так, сейчас, секунду.